В общем-то, а там гравировка есть что-то 18? Это прошлогодний есть? Да, не понял. А да есть, есть, он отличается. Оно написано, но он одной циферкой отличается. Вот и пришло время собирать бриллианты. Это уже второй по счету подобный трофей за 2 года. Такую увесистую статуэтку вручают за победу в коммерческих стартах «Бриллиантовая лига». Вот и в этот раз Сергею там не было равных. Going well to Shabenko, beginning force himself clear. 12.92 already this season. 15 стартов, 11 побед, 4 раза быстрее 13 секунд и один рекорд страны. Еще никогда Сергей не бежал так быстро, стабильно быстро. Отдельная линия сюжета – противостояние Шубенкова и Маклеуда. Дуэль в этом году словно вышла на новый уровень. Барнаулец в этот раз не упустил возможность показать обратную сторону Шипова к парню с Ямайки. Догнал, перегнал, победил и так 3 раза. Самый яркий мой забег сезона, ну, раз уж я так ничего такого не выиграл, можно сказать, что вот тот, в котором я рекорд России установил в Венгрии, был неплох. Ну и, конечно, вот с этим, на бриллиантовой лиге, с кубком. Этот сезон тандем заранее назвал экспериментальным. Нет, здесь не было каких-то кардинальных изменений. Речь идет о количестве и качестве тренировок. Как говорят сами спортсмены, это лишь небольшая корректировка, секреты которой публике не стоит знать. Да и человек непосвященный вряд ли поймет. В итоге выбранный путь оказался верен. Сбой был лишь однажды на чемпионате Европы в Берлине. Правда, это все же тот самый случай, когда шаг на месте помог сделать сразу 2 шага вперед. Мне, если честно, больше всего понравился и запомнился забег в Венгрии. Ну, во-первых, потому что это рекорд страны очередной, и можно ведь об этом не говорить, а можно сказать, что так уж получилось, что, по сути, нам, например, ориентироваться не на кого, в нашем-то бизнесе точно, ни в истории той большой страны, ни в истории этой, ничего рядом с нами в нашем-то виде точно не было. Сейчас пауза. До ноября. После будут вновь тренировки, новые старты и наверняка новые победы. Шубенков вместе с семьей собирается в Белокуриху. Там барьерист будет залечивать травмы. Клевцов останется в Барнауле. Здесь у него запланированы все те же тренировки с другими подопечными. В сухом остатке, уверен тандем, в 2018 году создан плацдарм, чтобы в 2 последующих вновь быть быстрее всех. Осталось только создать плацдарм для тренировок. Вот только спортивные чиновники края пока отстают. База, которую обещали отремонтировать, по-прежнему продолжает разрушаться. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.